С начала сезона от укуса клещей пострадало свыше 9 тысяч жителей Тюменской области. Почти каждый шестой из них – ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех районах области. Больше всего в Тюмени, Тюменском районе, Заводоуковске, Тобольске и Тобольском районе. Все пострадавшие получили экстренную профилактику иммуноглобулином. По данным Роспотребнадзора, по Тюменской области на 13 июня зарегистрировано 24 случая заболевания клещевым боррелиозом и 7 клещевым энцефалитом. Напомню, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться к врачам. Тюменцам окажут медицинскую помощь в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы по адресу Комсомольская, 54А.